Разворачиваем космолет. Да. Как спасли, сразу драпать, блеск. Я хочу сберечь камень. А я хочу благодарности. Ну уже смелее, не слышу. За что? Чуть не вышвырнули в космос. Кто здесь спас задницу мага? Я. Хоть убейте, не понимаю, как вы втискиваете в броню свое эго. Признайте, что сглупили? Сказал же вам, спрячьтесь, вы ни в какую. В отличие от всех остальных, я на вас не работаю. И поэтому мы на летающем пончике в миллиардах км от Земли без подстраховки. Я подстраховка. Нет, ты безбилетник. Не перебивай взрослых. Простите, я не уловил суть ваших отношений. Он ваш, не знаю, стажер? Нет. Я Питер, кстати. Доктор Стрэндж. А, выпендриваться будем. Тогда я Человек-паук. Космолет сам корректирует курс, идет на автопилоте. А перепрограммировать? И домой. Старк, да? Можем попасть домой? Да, я слышу. Соображаю, оно нам надо. Этот камень ни при каких обстоятельствах не должен попасть к Таносу. Вы хоть понимаете, насколько высоки ставки? Это вы. Это вы, боюсь, не понимаете. Танос 6 лет за нозой сидит вот тут. С тех пор, как напал на Нью-Йорк, и вот опять. Я не знаю, что делать. Не знаю, где лучше сражаться, на его территории, нашей, но знаю, на что они способны. По крайней мере, у себя он нас не ждет. Так устроим ему сюрприз, доктор. Ваше слово. Ладно, Старк, идем к нему. Но постарайтесь понять, если передо мной встанет выбор, камень, вы или вот он, я без колебаний пожертвую любым из вас. Я не шучу, поскольку на кону судьба Вселенной. Славно. Значит, договорились? Все путем. Паучок, ты мститель, поздравляю. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.